Всем привет, меня зовут Амин, и сегодня я вам покажу, как же устанавливать скин. Да, что-то у нас испортилось со скином Стива, да. Ну, наверное, он просто баганулся, поскольку Стив это, да. Это у меня уже не первый раз, так что, окей, это наш Стив. Я это уже знаю. Вот, это наш Стив, да-да-да, он так красавчик. И... Ой, господи. Окей, я вам показал то, что мне не скинал, но это был Стив, окей, буду считать. Это у вас была версия... Кстати, если вы у вас должен быть стоять именно на Майнкрафте русский. То есть вот тут у вас где-то будет там планета, и вы там поменяете на русский. Вот, чтобы у вас скин сработал. Дальше вы заходите вот сюда, вот тут есть кнопка папка, или просто же вот апдата, вот знаете, такой процент. Ну ладно, сейчас я вам покажу, чтобы потом не жаловались. Так вот, процент, можно процент, а можно не маленькими, а потом мы заходим в Майнкрафт, дальше мы ставим версию, дальше мы находим версию, которая нам нужна. Это у нас была вот такая версия, то есть у вас, у многих может быть вот так вот, там открыть с помощью Винрара архива. Ну, я просто захожу сюда, и все, я в принципе тут. Дальше нам вот это вот больше не понадобится. Мы вот сюда. Господи, мне можно нормально. Вот сюда мы просто выходим. Вот сюда вот мы. Вот сюда. Дальше. Майнкрафт. Текстура с Entity. Вот. Дальше у нас просто тут вообще. Вот тут где-то должен быть у вас Stevie PNG, но я его удалил. Да. Поэтому у меня был такой скин. Ну ладно, вы просто должны этот, вот тут у вас будет Стиви PNG, вам его нужно удалить. Вот, дальше вы должны скачать скин, то есть, и перемотать его в Стив, и перемести вот сюда, то есть, Стивия, вот так вот. И дальше нажимаем ОК, то есть мы как бы его заменяем, и вот, у нас тут есть Стив. И все. Дело сделано. Дальше запускаем нашу игру и проверяем, работает ли у нас скин. Главное, чтобы у вас была именно на русском Майнкрафте. Сейчас я вам покажу, как его можно менять. Если кто еще, конечно, не знает. Я, знаете, подписывайся. Вот. Ждем. Вот сюда вот заходите, там где планета. Вот, и ищите вам язык. Вот, русский, Россия. Дальше нажимаете готов, и все. Дальше мы выбираем тот мир, который мне нужен был. Да, мне нужен был. Этот мир. Вот, и как вы видите, вот сейчас у нас выглядит. Вот, видите, это наш скин, который я установил.